Но анатомию нужно знать, обязательно, да? Здесь и веточка идет. И, ну, вот если вы скальпели все спокойно, значит, бояться уже нечего. И да, пальчиком пропальпировали, посмотрели. Возвращаемся. Нет, сюда не надо. Чуть-чуть мы выходим до конца. Вот сюда. Вот эту площадочку. Вот и она, видите, совсем вот, да, вот, вот легко, как будто она вас ждала. Да, действительно, прям. Руки еще не поймут, а он идет. Это нормально, это совершенно нормальная реакция, что дрожат руки. Страшно. Меня пугают больше те врачи, которым ничего не страшно. Засучив рукава, ну, сейчас мы его сделаем. У меня держите. Выходите, не торопите, медленнее выходите, медленнее. И на поршень давите, чтобы что-то еще вводилось у нас. Канюля, если вы не торопитесь, это так интересно, потому что это вот... Нет, девчонки, действительно чувствуешь прям вот оно ощущаешь, само. Ощущаешь, это другой, вот я не зря говорю, что это другой уровень в эстетической медицине совершенно, вот, вот насколько другая точность коррекции, другой формат коррекции даже. Не просто морщину запомнил, а тут ткань. Носоубка вылепилась. Вот на выставке показывали введение канюлей Рестилайна. Это настолько вот он жестко ложится. Это вообще очень